Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, ну что, за лигу мастеров, но я сейчас уверен, что нас сбросили. И мы находимся в лиге Сёгун, друзья мои. Ну что, сегодня воскресенье, завтра понедельник. Как бы наш шанс сегодня выкрутиться, я не знаю, каким-то макаром. Но мы должны попасть хотя бы, друзья мои, в лигу мастеров. Две звезды, но ближе к трем. А завтра я бы уже добил бы, если, конечно, проснусь. А я наверняка проснусь, потому что надо уже, ребят, входить в режим. Через денек я уже выхожу на работу, поэтому, сам понимаешь, нужно соблюдать режим. Так же, как и режим питания нарушать нельзя. Это я уже дуркую. В общем, вы прекрасно меня поняли. Так что, ребятушки, давайте-ка сейчас, как говорится, приложим все усилия для того, чтобы нам попасть в Лигу Мастеров две звезды. Тяжело будет, это я уже понял. Я уже вижу, ребята. Все идет к тому, что... все идет к тому, что... чтобы меня не пропустить туда. Немножко вареный, друзья мои, потому что только с тренировки перекусил. Поэтому такая слабость у меня, если честно, апатия. Сейчас бы, если честно, лег бы на диванчик бы и покемерил бы часик-другой. Но нельзя спать. Нельзя, друзья мои, спать. Почему? Потому что если я сейчас усну, а времени 5 часов вечера, я встану в 9, в лучшем случае в 10, и все. И ночью опять буду шоркаться. Нельзя. Надо терпеть. Надо терпеть хотя бы до часов 10, 11, потом попробовать уснуть. Но видишь, в чем есть у меня проблема, друзья мои. Я могу прождать до 10, до 11, но знаешь, что потом случается? Потом случается такая штука, называется... как тебе объяснить? Короче, ты должен... вот ты хочешь спать, ты это перетерпел. И потом, когда тебе уже, ты думаешь, в 10 часов лечь спать, все, друзья мои, все, забудь о сне. Его как будто не бывало. Мне приходится пить, ну, чуть было не сказал, тоннами всяких снотворных. Но на самом деле я пью снотворный. А они не помогают, ребята, понимаешь? У меня такое вялое, все, глазки закрываются. Но я... вот я лежу. Просто лежу, но не сплю. Просто лежу. И я могу так часами лежать, и сразу начинаются всякие мысли в голову идти. А что надо сделать? А как надо сделать? А что лучше? И вот одна мысль за другой бежит, 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 бежит. У меня уже голова, я уже весь как на нервах, весь перевозбужденный, не знаю, за что схватиться. Уже какой там сон? Какой там чертовой бабушки сон? Там уже хочется вскочить, одеться или побежать куда-то, или начать какие-то дела делать. Я не понимаю, почему такое происходит. Просто, ребят, не понимаю. Хочешь уснуть, а получается, что ты наоборот как бы завелся и вперед, как говорится, на танки. Да, ну, не знаю, друзья мои. Хотя, кажется, сходил на тренировку, как выжатый лимон себя чувствуешь. То есть, ну, хорошо поработал, хорошо потренировался, все вроде бы, да. Как говорится, почему бы тебе не спать спокойно ночью? Но вот нет. Нет, не выходит ни шиша. Да, отпуск, ребята, очень сильно расслабляет. Очень сильно. Но он имеет свойство заканчиваться. Я не знаю, ребята, у меня вот, если честно, желание вот такое есть, чтобы в 45 уйти на пенсию. Ну, я имею в виду, уйти вообще с работы. Есть такое сильное желание, но в то же время я понимаю, что на пенсию, на нашу, ты не проживешь. Никак не прожить. Понимаешь? И надо где-то, ну, можно, конечно, где-то подрабатывать там дворником, там, каким-то, я не знаю, там, еще кем-нибудь. Но это стрёмно. Ну, в плане не то, что стрёмно дворником работать, а стрёмно подрабатывать идти. То есть, зачем тогда менять... зачем тогда менять или уходить с работы, чтобы потом идти и куда-то еще подрабатывать? Бред? Ну, конечно, бред, ребят. Ну, я не знаю. Ну, на самом деле, просто очень устаешь. Сильно, физически устаешь, морально устаешь. Времени практически... вот так вот посмотришь на свою жизнь, да? Садик, учеба, работа. Все время куда-то на кого-то. А для себя-то что? Что для себя?
Вот этот вот вшивый месяц, который тебе дают отпуска в году, в целом году, вот это вот для тебя, да? Вот это мы заслужили. Да, друзья, вот даже не знаю. Немножко тут несправедливо в жизни как-то сделано. Человек, знаешь, мы как мы рождены, чтобы заведомо на кого-то пахать. Заведомо на кого-то пахать, никакого счастья в жизни и удовольствия не получать. А потом, когда ты уже старый, думаешь, нахрен бы это все нужно было вообще? И для кого? Кто тебе за это скажет спасибо? Понимаешь, в чем дилемма? Опять меня начинает, ребят, на какую-то философию тянуть. Вот постоянно не могу. Надо выговариваться периодически. Я смотрю, когда вот в себе что-то держишь очень долго, ребят, оно тебе мешает... Ну, не то, что жить оно тебе мешает, оно тебе мешает твои мысли, вот ты об этом думаешь. Главное не загоняться, лучше ты выскажись об этом и забудь, и все, и станет тебе полегче, чем когда ты будешь вот это все в себе держать, весь этот негатив, ни с кем не делиться, а потом по итогу что? А по итогу у тебя нервный стресс. Тихо, я так и думал, ребята, что лопух. Ну как, ребят, ну как пиццелицы сотка мог, блин, Шредеру позволить ударить? Ё-моё, блин, ну баран пиццелицы, просто тупик. Вот, и этот. Надо, ребята, как говорится, попроще быть. Сам говорю попроще быть, и в то же время у меня почему-то не получается попроще быть. Но надо к этому стремиться, стараться. Ой, по-другому. Ой, никак, ой, видишь, зазевал даже аж. Зазевал, потому что организм хочет отдохнуть. А мне, вроде бы, еще, я так смотрю, мне еще тут столько надо сделать, ребята. Черепашки. В драконах вы сказали, что-то будет. А, уже, по-моему, событие на одну заходку открылось. Тоже нужно посмотреть. В общем, всего-всего-всего много. Ну, куда ты со своей хилкой лезешь-то, баран ты непутевый. Блин, достал ты уже, а? Лечится он там, лечила с Нижнего Тагила. На тебе. Гуляй, Вася. Вот. И даже не успеваю, ребята, здесь на первом канале в своем ничего такого особенного сделать, потому что на втором канале я подсел на игрушки. На хорошие игрушки. И сейчас сижу их и прохожу там. Поэтому как-то вот так вот. Слушай, вот у меня... Ой, действительно раздевался, ребята, Крэнк. Я сижу сейчас, думаю, успеем ли мы завалить нашего противника с помощью Крэнга. Тут у него есть маузеры, и не забывай, что у них 73 уровень уже у моих противников. То есть, довольно серьезный враг. Хм, шикарно, неожиданно для меня, если честно. Вообще неожиданно. То есть, я знал, что Крэнг бомбанет хорошо, но я не думал, что он практически всех сразу снесет. Это он хорошо постарался, и, ребята, мы с тобой скоро уже... Вот еще чуть-чуть перейдем в Лигу 3 звезды. Нет, 2 звезды, 2 звезды, что это я свистеть начинаю. Да. 2 звезды, Лига 2 звезды, а там уже... А там уже рукой подать до 3 звездочек. Ну, целый ранг, буквально. Да, практически рукой подать. Давай, крути. Ребята, а почему вы все промолчали про игру... Шейдес? Вот скажите мне на милость. Я, видите ли, узнаю это с каких-то сторонних мест, что есть игра Шейдес. То есть это продолжение Shadow Fight, я так понимаю, второй части. Ну, я точно не могу сказать, потому что я ее не играл, но я слышал и я ее скачал себе. И в ближайшее время я хочу посмотреть, что это за игра. Но дело-то в другом. Ой, вы же промолчали. Ой, вы же промолчали. Вы же не сказали, что есть такая игра. Рэй, посмотри, Shadow. Игра там от компании Ники, которая создает Shadow Fight 3, Shadow Fight 2. Зацени. Нет, все втихушечку молчат. Как будто не знают, что, ребята, я в такие файтинги играл. И... Возможно, бы даже продолжил бы играть. Просто не могу разорваться, ребят. И то, и сё, и времени своего практически не остается. Я говорю, я думал, что в отпуске.
буду в отпуске. Я буду, так как времени у меня будет много свободного, буду делать то, что я хочу. По итогу, знаешь, что получилось? По итогу получилось, что я практически то гулянки, то еще что-нибудь, то отдых. В общем, все что угодно. Но только не напрягайся. Не напрягать себя, ребят. Все что угодно, понимаешь? Вот так вот. А, наверное, оно только должно быть, ребят. Зачем в отпуске себя напрягать? Единственное, да, я жалею о том, что никуда не поехал. То есть я просидел весь отпуск здесь, и нету вот этого вот ощущения отдохнутости, понимаешь? Ну, все то же самое, ребята. Те же самые рожи, те же самые магазины, те же самые маршруты. Все одно и то же. Никакой смены обстановки. Ничего новенького в жизни. Ничего. Все. Понимаешь? За исключением того, что я не хожу на работу ни в ночь, ни с утра. А все абсолютно одно и то же. Плохо. Я надеюсь, что летом все-таки у меня получится слинять. Раздевался, ё-моё. Слинять на юг. На юга. Интересно, а вот мои подписчики, кто-нибудь есть на юге? Вот Сочи. Что там у нас еще? Куда я часто ездил? Лоу я ездил. Что еще у нас там? Геленджик. Есть такие ребята, смотрят меня оттуда или нет? Мне вот просто интересно знать. Напишите, ребят, в комментах. Так, подожди, а что еще? Сколько у меня тут еще получится? Раз, два, три, четыре. Слушай, надо нам два сильных персонажа, потому что это 73 уровень. Это будет Супер Шреддер и Маузер. Ой, ребята, да что ж такое, так сладко зевается, такое впечатление. Ну, нельзя спать ложиться, нельзя, ребят. Ну, 6 часов, ну какое спать, сейчас закимарю, ночью встану. Ну, нельзя, надо терпеть. Надо терпеть, а терпеть, видишь, это зевать, значит. Ой, сонное состояние. Так, ну, мне главное, друзья, надо добраться до мастера 3 звезды. Я не говорю, что прямо вот сегодня, но... К завтрашнему дню. А точнее, к скольки там у нас получается? К 3 часам дня. К 3 часам дня. Мы должны с тобой уже находиться в Лиге Мастеров 3 звезды. Не имеет значения. Ой, какой ранг. Господи, да что ж ты будешь делать-то? Что за раздеваться-то? Не имеет значения, какой ранг. Но главное, чтобы был в 3 звездочек. Я еще не знаю, ребята. Хотел еще поиграть сегодня, конечно, растение против зомби-героя, но, слушай, по такому состоянию, как я сейчас вареный такой, а нужно же еще камеру включать, ё-моё. Не, ребят, наверное, не буду сегодня играть, потому что на камеру сегодня позировать я не готов. Просто не готов. Ну, тут что такое, пьяные глаза, сутулое лицо, ну, вам оно надо? Я думаю, что вряд ли. И тем более башка нифига не соображает, что там, как там. Куда, где, какие карты поставить. В последнее время ты заметил, наверное, в последнее время мне что-то вообще, ребят, не везет. Вот это всегда так. Если ты в какую-то игру очень часто и долго играешь, у тебя все идет четко. Буквально стоит там от нее отвлечься, неделька, месяц или еще что-нибудь, все. Все начинает идти через одно место. Все не так, да не эдак. Все у тебя не получается. Все тебе не то дают. Все у тебя это... Почему это происходит, я ума не приложу. Но оно так есть. Причем на постоянку, блин. Так, на тебе. Так, мне надо, ребята, заварник пойти опустошить. Он тут стоит уже бедный. Скоро зацветет у меня там чай в нем. Почему он так быстро портится, я не знаю. Может быть, из-за того, что в тепле. Да, в принципе, какая разница, что в тепле, не в тепле. Так, ребят, что у нас тут? Раз, два, три. Последний поединок сейчас будет. У нас будет сейчас последний поединок. И потом мы с тобой куда идем?
плавненько на фарм. Так, так. На фарме попробуем накопить эксперт снаряжения. Может быть, там еще что-нибудь дадут. Посмотрим. Ну, да. Я попробую, ребят, сегодня вечерком. Откатов 5 штук. Я попробую вечерком все-таки сегодня рубануть. Вот, и этот. Добраться до Лиги Мастеров, сам понимаешь. Так, ну что, а мы поехали. 4 бакса. Так, осколки у нас платиновые. Опа, снаряжение проворства, друзья мои. А эксперт снаряжение есть, есть, ребятушки, выпало. Едем дальше. Снаряжение проворства. Это комикс. И последняя попытка. Друзья мои, прям тютелька в тютельку. Отлично, отличнейшее просто, ребят. Слушай, хорошо получилось на самом-то деле. Так, здесь закрываем, переходим с тобой на... Так, здесь забираем. И на серию испытаний. На серию испытаний, идем сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, давай вот так вот сделаем с тобой. Такой командочкой. Попробуем сейчас их... Да что тут пробовать, разнесем, да и все. Что тут пробовать-то? Что, нам впервые, что ли? С этими супостатами разбираться? На... Так, ну что, Крис Брэдфорд, давай вот так вот по щам получишь. Бам-бам-бам. Слабая вот эта атака, если честно. Воу-воу. Да, друзья, с одной атаки вынести половину хп. Это мощно. Я бы даже сказал, это супер мощно. Поехали. Давай, Крэнк. Пивиш. Шикарно. Можно было бы, наверное, надо было даже хилнуться, ребят. Ладно, фиг с ним. Сегодня перебьемся без хила. Так, ну что, событие у нас пройдено. И теперь идем на персонажа наших. Так, где у нас Донни? Хватит на тебя? Так, друзья мои, еще один левел ап. И он будет у нас фуловым. Так, а где Алапекс? Вот у нас и Алапекс. Значит так, нам не хватает 3 кружек. Поехали. 1, 2, 3. Все. Кружки мы нашли. До 5 ступени прокачиваем с тобой. Дальше что нам нужно? Опять 10 биноклей. Подожди, опять 10 биноклей, действительно. И кружки. 1 нашли. 2. 3. А нужно сколько? 10, да? Так, это 4. 5. 6. 7. 8. Но 9 и последний. 10. Ух. Так, и 14 кружек. Но на кружке одна попытка только. И то неудачная. Слушай, прекрасно. Очень, ребят, хорошо. Так, 10 откатов это 5 поединков. Но мне должно, друзья, хватить 5 поединков как раз, чтобы нам перейти в Лигу Мастеров. Но там еще придется, наверное, подзадержаться, поэтому... Поэтому вот так вот сделаем. 30 откатиков себе имею. Вот теперь мне хватит. Теперь я буду точно знать, что я попаду в Лигу Мастеров 3 звезды и там закреплюсь. Ну что, дорогие друзья, а на сегодня мы будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!